7 октября. Вот такой нам домик член правления, скажем так, подарил. Была возможность. Есть у людей возможность, они делают добро товарищества. На 12 улице домик. Вот, сделали, сварили со смотровой площадкой лестницу. Когда по осени и по весне листьев не будет, может быть, какие-то ветки попилим, будет обзор в разные стороны нормальный. Вот, конечно, елки закрывают обзор, но это вот уже проблема тех, кто эти елки посадил. Вот. И в обе стороны, ни оттуда, ни отсюда. А там уже до видеонаблюдения доберемся. Заложим смету на 24-й год. И, так сказать, ситуацию улучшим. А так классная площадка, обзор во все стороны. Я как-то пришел зимой проверять. Приехал сюда, а тут через поле, ну, может быть, это дачники, это, скорее всего, дачники были. Через поле по снегу на свою 12-ю улицу дачники. Вот. Еще раз про мусор. Ребята, перерасход. Вот эти деньги, которые мы за мусор платим, их можно было на трубы пустить, на задвижки. Что-то благоустроить. Дорогу, подсыпки по улицам. Но вы же не хотите у себя утилизировать на участке. Вот эта зеленка, это с большим содержанием азота, калия, фосфора и прочих других веществ, полезных для земли, для растений. А вы все тащите сюда. Ну или если вы не хотите у себя утилизировать, вы хотя бы подождите, когда все это усохнет, уменьшится в объеме. Потому что после жалобы в прошлом году и в администрацию, там, и ко мне приходили, и на дачу приезжали, и, так сказать, письмом заказным присылали вот дачники с 12 улицы за подписями. Я стал мусор вывозить чаще, и перерасход в 23-м году уже большой, колоссальный. Эти бы деньги пустить на трубу, было бы как восхитительно, да? Вы же помните, как весна у нас трудно началась? Старые некондиционные трубы, которые раньше ложили, полопались, и мы только ремонтом этим занимались. А вы были без воды. Ну, конечно, виноват председатель, да? Я виноват в размерах тех финансов, которые можно вложить. Если есть что вкладывать в трубы и благоустройство, я вкладываю. Нет, нет. На собрание не ходите, значит, не утвердили. Так что вот. Да еще вот насчет мусора. Почему чаще стал вывозить? Потому что весной подожгли на 6-й улице кучей. Там сгорело-то, может быть, кубов 30, да? Но вывозить пришлось чаще. А она не усохшаяся, не улежавшаяся. Субстанция эта растительная, сырая, объемная, она стоит дороже. Ее вывозить дороже, объем больше. Ну, подождите, потерпите. В этом году поменьше, пожалуйста, вывозите, перестаньте вывозить. Похороните у себя на участке, около участка, выделите там метр до весны. Все это в 5 раз меньше будет, уляжется. Но нет у нас столько денег, ребят. Я же стараюсь и с должниками, и по судам, и в суд, и... Ой. Должники у нас спонсируют, кто заплатил взносы в этом году, через суд и не через суд. Очень с хорошими пенями, кто на суд не ходит, кто с нами не контактирует, им судья по полной. Там 32 тысячи долг, там 28 тысяч пени присуждают. Вот мне сейчас начали судебные приказы приходить, я их буду отсылать судебным приставам, чтобы с них взыскивали. То есть очень хорошие, так сказать, пени и неустойки, и по полной, по 13-800 юридические услуги приписывают суды им вернуть. Вот. Причем должники у нас оплачивают не по 6900, не по 7, не по 6900 за 20 и за 21 год, а по 7800 оплачивали последний раз, кого мы выиграли. То есть по тарифам и ставкам, действующим на текущий момент. А то, что будем сейчас подавать новые иски, так сказать, порядка 30 штук, там уже за все предыдущие годы по тарифам и ставкам текущего года по 8400. Так что лучше заплатить, лучше начать платить, лучше, так сказать, пойти навстречу товариществу, не прятаться, не хамить, не это. А то же я тоже с характером товарищ, вы еще меня не знаете, да, я же добрый, вот. Есть люди, которые должны, но они платят по тысяче, по две. Мы знаем, придут, остальное заплатят. А есть некоторые, которые кабенятся. Ну, на таких людей тратится очень много времени и нервов. Не надо так делать. Платите, скажите соседям. Лучше платите. Тот Дмитрий Иванович, он исковой и в суд. Вот. А там уже можно и свет, и воду отключать. В этом году 40 уведомлений на отключение света. 20 человек заплатило. 20 человек мы отрезали. В том числе тому человеку, который, на которого в суде лежит, так сказать, исковой, который мы на днях выиграли. Так что без света, пока не расплатится последней копейкой рублем,
товарищу, только тем сможет себе свет включить. А по постановлению конференции 2018 года, чтобы еще подключиться, нужно еще 500 рублей заплатить. 500 рублей тоже деньги, да, килограмм говядины. 50, 12, сколько там, 12 буханок хлеба, 10 литров бензина. Надо вам это? Так что платите, товарищи, вовремя. Все у нас, документы на сайте выложены. Так сказать, сколько платить, за какой год, какие пени. Один раз не заплатили, 0,1% день просрочки. Второй раз не заплатили вовремя, вторая просрочка. С вас уже по уставу 0,2%, а это 6% в месяц. Ну, вы скажете, какие огромные пени, вы не обнаглели? Да нет, не обнаглели. Все это делается на благо товарищества. Все деньги идут, вот, скажем так, на задвижки, которые мы в смету не закладывали на 23-й год. На трубы. На трубы потратили 320 тысяч в 23-м году. На складе лежат, покрасили, пронумеровали, чтобы знать, что куда. Вот. В другом товариществе я знаю пени 0,5% и 1% в день. Так что, ну, не больше, тело долго. Вот. Но я еще раз вас предупреждаю, что членские взносы, они индексируются. Если вы за 22-й год не заплатили, то если мы в суд пойдем, то за 23-й год будем взыскивать по... Мы имеем право, у нас на это есть устав, который утверждает, что мы вправе по тарифам и ставкам, действующими на текущий момент, по 8400. Кто 7800 не заплатил, 8400 и пени. Так что давайте, господа, пишите заявление, там кто у кого. Это... Мы тоже можем по уставу дать отсрочку. Вот. Извините, что я такой косноязычный, вот такой я повествовальщик. Значит, 7 октября сегодня, погода чудесная. Вот, красота какая, природа прям вот. Меня радует этот домик со смотровой площадкой. Забыли мы на ступеньке краску заложить. Ну ладно, покрасят они. Всего хорошего.